Здравствуйте, друзья, с вами Мини Декарт. Это мое эпичное возвращение в 2021 году. Давно меня не было, давно мне папка не давал ни во что играть. И сегодня он мне сказал, что есть такая замечательная модификация на Friday Night Funky, которая называется Witty. Я никогда не играл во Friday Night Funky. Папа сказал, что игра очень легкая, тебе понравится. А вот эта модификация, говорит, вообще элементарная, говорит. Пройдешь на раз-два, зрители будут тебе рукоплескать, будут тебя благодарить за твою мастерскую игру. Давайте начнем. Для начала, я, наверное, думаю, надо бы пройти обучение. Клясня мутитька, мне очень нравится. Какая-то девочка трясет башкой. Возможно, она у нее скоро отвалится, но это не точно. Но я-то точно молодец, я справлюсь. Да, папка был прав, очень легкая игра, папка был прав, папка не обманывает меня ни разу, никогда. Вот он молодец. Вверх, вниз, ааа, я замечательно пою. Ой, смотрите, уже стало сложнее, уже 4 стрелочки задействованы, да нихера себе, однако, да. Клево. Говорю вам, мне нравится игра, очень прикольная. Замечательное просто. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это я могу и не повторить. А могу и повторить. Ой, замечательно, я еще и пою прекрасно. Здорово, игра действительно довольно легкая. Теперь давайте все-таки посмотрим, что это за Витти. Я готов, это Витти. Сейчас надо будет нахрен выйти, потому что я иду где-то вот, бонусная неделя. Где-то вот здесь вот, бонусная неделя Витти. Ой! Смотрите, как я хлясь справляюсь! Сразу за первый такт просто идеально! Ха-ха-ха-ха! Здорово! Ой! Я упираюсь прямо как в детстве в подгузнике! Хотя сейчас я, конечно, уже далеко не в детстве, но в детстве такое бывало. Да. Но все равно достаточно неплохо получается. Все, Витти, пососите. Что я могу сказать по этому поводу? Здорово! Ну что, твоя бомбочка уже готова взрываться, а? Уже пора, потому что ты уже проиграл. Ты не представляешь, ты связался с мощным мини-декартом. Мощь мини-декарта не знает границ. Вот это сейчас не очень хорошо было. Но ничего, но бывает, но все равно ему конец. Ему все равно конец, так или иначе. Вы же видите, как я справляюсь. Ему вообще никакого труда не составляет с ним справиться. Вы же видите, да, это все элементарщина. Элементарщина это все, понимаете? Он абсолютно никчемный Витти. Папа был прав, очень легкая игра. Папа меня никогда не обманывает, да. Замечательно. Ой. Это что? Это что такое? Почему? Так не должно так быть. Где я? Уже ты меня там уже вниз, моя голова. Уже там вправо моя голова, это неправильно. Нет, это не честно! Это несправедливо! Я протестую! Я мини-протест! Мини-декарт устраивает мини-протест! Я ничего не знаю, что это... Витти, вы что, совсем что ли? Охренели, товарищ Витти! Витти, прекратите, Витти! Какой кошмар! Но музыка неплохая! Папа, у меня же закрасываются подозрения, что, возможно, папа был не до конца честен со мной, когда сказал, что это очень легко. Потому что я на грани умирания. Уже давно. Я уже давно на грани умирания здесь. Мне это не нравится. Нет, я так не хочу. Смотрите, как я хорошо играю. Посмотрите, где моя розица внизу. Моя розица внизу. А, посередине уже. Уже ближе к середине моя розица. Вот паскуда эта розица, а? Это розица паскуда. Давай розица туда перемещайся. Перемещайся влево, розица. Я ничего не знаю.
Ой, начинается. Ну да начинается, ну это говно, ну что, ну кто это придумал, ну зачем? Так, да. Смотрите, где моя розница теперь. Вот теперь-то ты собака попрясись такая, а? Ты у меня собака попрясись. Все, я натренировался, я теперь очень мощный мини-декарт. Все, я просто раздулся мини-мощностью. Мини-декарт раздулся мини-мощностью. И сейчас тебе мини-вдарить по твоей макрожопе. Да, так. Ой, смотрите, как мы идем. Ой, Да, ох ты, собака, я смотрите, половина моя рожа там на половине. Ой, что сейчас будет? Так. Это не слезно совсем. Да, это совсем не слезно. Я справляюсь. Пососи. Уйди, пососите. Замечательно. Ой, да сколько можно? Может это уже закончится? Уже пора, мне кажется. Уже пора заканчивать с этим. Завязывать! Отлично. Ну все, теперь меня уже ничто не остановит. Я уверен, что следующая битва вообще я легко, просто элементарно. Разделюсь просто вот так вот. Нащелкну пальцем и конец, понимаете? Что это такое? Какой страшный дядька. Какого хрена ты делаешь, придурок? Ну поехали. Я в принципе уже... Я уже ничего не боюсь. Я уже понимаю. Это говно. Кажется, мини-декарт испытал первое в своей жизни горькое мини-поражение. У меня такое ощущение. И знаете, вот декарт может быть мини, а поражение оно даже как-то не мини. Оно как-то макси. Ультра-мега-макси. XXL-макси. Понимаете, вот такое поражение. И даже вот эта девочка, которая сзади, вот эта вот прошмандень на каблуках, она уже трясется от страха, понимаете? Она трясется от страха, падла такая мохнатая. И я ее понимаю прекрасно. Ну как это можно сделать, скажите мне? Ну как можно сделать это говно? Я уже умираю там. Ой. А вот третий такт был немного полегче, по-моему. Да? Мне кажется, третий такт был немножечко попроще. Надо еще попробовать. Скажите, а кто был тот умный, великолепный, нереальный гений и замечательный человек, который придумал каждый раз пересматривать вот эту сраную анимацию, когда сатанеет это подюка? Это зачем вообще? Это специально, чтобы игрок еще больше раздражался на все это говно. Оно и так само по себе не очень легкое. Так, как здесь? Да что это такое? Я не могу успеть это сообразить. Я не могу это успеть сообразить. Папка, иди нахрен. Сам проходи это говно. Сам проходи. Я не буду. Я умываю свои мини-руки. Давайте на этом заканчивать. Все, я папке больше на слово не верю. То он мне в Among Us говорил, что он мне хороший ник дал, который вообще ничего плохого не означает, а я потом узнал, что он означает. То он в Baby in Yellow у меня по 100 раз заставляет играть. А теперь еще и вот это, говорит, легко будет. Легко говорить будет. Тебя уважать будут, что ты хорошо проходишь. Какой тут проходишь, это невозможно пройти. Все, я ничего не знаю. Если вам понравилось это видео, то вы ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал папки, жмите колокольчик, вступайте в группу ВК, ссылка в описании под видео, и ждите, может быть он когда-нибудь это пройдет, но я сильно сомневаюсь, у него руки кривые, как у меня, в принципе, еще больше, я бы сказал. Все, всем счастливо, всем удачи, всем пока.